Так, сейчас попробую померить максималку. Yamaha 8, флагман 300, 8,5. Небольшая волна. Я сейчас попробую. Испытал винт с шагом 8,5, оригинал Yamaha. Максимальной скорости, которую удалось добиться, 38 км в час. Но это я сейчас еще со шмотками, я сейчас разгружусь, я думаю, может быть, будет и 39. Сейчас попробую дифферент еще поднять немножечко. На флагмане 300 я достиг 40 км в час, на винте 8,5. На эта лодка с пятнашкой как ехала, 37, что в одного, что вдвоем. Ну, Макс один не мерил, но с Максом, может быть, там на планке это было побыстрее, потому что он лег легче. Ну, там 38. Короче, 40-й барьер. Что вы скажете на это по этому поводу? Скажи что-нибудь подписчикам. Ква-ква. Здравствуйте, подписчики. Подписывайтесь на канал Дмитрия Баранова. И лайки не забудьте ставить. Ква-ква-ква. Ты не догонишь меня. Ты меня не догонишь. Давай. Давай. Поехали. Я быстрее! Не, потому что у меня мотор Yamaha, а у тебя мотор какой? Suzuki! Yamaha рулит! Yamaha рулит! У тебя же нет Yamaha! Я быстрее! Так, сейчас будем соревноваться. Флагман 300, Yamaha 8, флагман ДК 350, Suzuki 15. На старт! Внимание, марш! Фай старт, на старт! We'll be right back.
победил, так нечестно.